На Куйбышевском проезде идут работы по ремонту теплотрассы. Сильная изношенность трубопровода не позволяет откладывать их на длительный срок. В связи с внеплановым ремонтом 8 многоквартирных домов, школы и детский сад остались без тепла. Но к вечеру 2 апреля в 20:00 отопление было восстановлено. По словам специалистов Тамбовской сетевой компании, ремонт продолжится и на следующей неделе. Около 2 недель назад произошел порыв трубопровода на улице Пушкина, рядом с банком. Работники Тамбовской сетевой компании слили воду из тепловых труб, чтобы устранить неполадку. Как утверждают специалисты, процент износа большинства теплосетей в городе большой. Этот участок, где сейчас проходит большой ремонт, не исключение. Все это на магистрали, все работы производятся. Они очень сложные. Большой слив и все остальное с этим связано. Ну, дальше пошло, значит, разрушение трубопровода уже за дорогой, под дорогой. Будем менять вот этот участок полностью. Смысла оставлять его, тем более вскрыт асфальт, его нет. Замене подлежит 120 метров стальной трубы. Если не помешают погодные условия, то на следующей неделе ремонт будет завершен, а уже в ближайшие дни закончат работы на аварийном участке на улице Пушкина.